Как сделать диски на гравер из диска на болгарку? Делал я как-то видео, как обрезать диски на болгарку под нужный размер. И пришла мне в голову идея, как из диска на болгарку можно сделать диски на гравер. Беру диск на болгарку по металлу. В качестве лекала возьму заводской диск от гравера. Ставлю его на диск от болгарки и обвожу карандашом. Также не забываю отмечать центр. Размечаю таким образом максимальное количество маленьких дисков, что смогут поместиться на этом диске от угловой шлифмашинки. Вот что у меня получилось. Беру ножницы по металлу и начинаю вырезать эти маленькие диски. Получились у меня вот такие вот заготовки. На каждой из заготовок у меня размечен центр. С помощью тонкого сверла высверливаю в центре отверстие. Далее острым ножом расширяю отверстие до нужного диаметра. Я заранее подобрал болтик такого же размера, как и болтик, что вкручивается в биту. Равняясь на этот болтик, я и делаю отверстия по центру дисков. Использовать для этих целей болтик от биты не стоит, так как расширяя с его помощью отверстия по центру, можно сточить на нем резьбу, и он придет в негодность. Беру гравер и устанавливаю на него свою заготовку. На ненужном куске металла отшлифовываю заготовку. Таким образом диск у меня отцентровывается. Вот какой диск на гравер у меня получился. Ровный отцентрованный диск по металлу на гравер. Аналогичным образом обрабатываю все остальные заготовки. В конечном итоге у меня получилась куча хороших дисков по металлу на гравер из одного диска от болгарки.